вернулись на городскую набережную через несколько дней. Напоминаем, здесь девчонки из политехнического колледжа выполняют для МЧС граффити в честь 30-летия МЧС Российской Федерации. Вот мы уже видим, что почти закончена работа. Изображены сотрудники МЧС, передающие взрывоопасные предметы и уничтожающие их на полигоне. Надпись есть 30 лет МЧС России и в вагоне в воду. И на другой стороне стены девчонки уже сами приняли решение нарисовать море, Керченский вид и немножко Крымского моста.